Дорога между селами Безводовка и Студенец в Кузоватовском районе давно себя изжила. Ямы и ухабы стали верными спутниками проезжающих. В этом году участок почти в 4 километра ждет преображения. Двухслойное асфальтобетонное покрытие. На месте уже работают подрядчики. В данный момент производятся работы по устройству дорожной одежды для холодной регенерации. На участке работают 5 единиц техники и 10 рабочих. Все работы ведут согласно календарному графику. Также для безопасного проезда будут восстановлены обочины и откосы, барьерные ограждения, установлены дорожные знаки, нанесена горизонтальная дорожная разметка. Участок у Кузоватова включили в национальный проект «Безопасные качественные дороги». По нему работы начались в 4 муниципальных образованиях – Чердаклинском, Меликесском, Новомалыклинском и Кузоватовском районах. Рабочие проводят фрезерование дорожного полотна. В этом году погодные условия нам позволили заранее произвести процедуру контрактации всех объектов, которые предусмотрены в нашем основной программе и национальном проекте «Безопасные качественные дороги». Будет отремонтировано 26 участков улично-дорожной сети нашего региона. Основные работы, безусловно, проводим в рамках областных объектов. Также предусмотрена работа и в городе Ульяновске. Также в этом году дорожники обновят более 34 километров автодорог опорной сети. Это совокупность автомобильных дорог, которые обеспечивают бесперебойное движение транспортных средств. Этот критерий был включен в наш проект в прошлом году. Продолжится устройство освещения на транзитных участках. В планах привести в порядок 14 объектов общей протяженностью почти 20 километров. Анна Тищенко, Улправда ТВ.